Дмитрий Константинович Квитович, герой Советского Союза, начальник штаба батальона 303-го стрелкового полка 69-й Севской стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Родился 15 января 1923 года в Красноярском крае. В 1840 году окончил 8 классов средней школы. Обучался в Новосибирском военно-пехотном училище. Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Принимал участие в боях на Волховском, Воронежском, Брянском, Центральном, Юго-Западном и Белорусском фронтах. В боях был 7 раз ранен. В 1942 году принимал участие в оборонительных боях на Дону, на реке Кшень и под городом Россош. В 1943 году принимал участие в Курской битве, боях под станциями Понери и Малоархангельск, освобождении Черниговской области и форсировании Днепра. 16 октября 1943 года совместно с группой бойцов он форсировал реку Днепр неподалеку от поселка Радуль Репкинского района Черниговской области, захватил плацдарм и удерживал его, позволяя переправиться своему стрелковому батальону. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старший лейтенант Квитович был удостоен звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 2222. Преподавал тактику сначала в Рязанском, а затем в Новосибирском военно-пехотных училищах. Майор в отставке с 1955 года. 8 мая 1965 года собственноручно посадил дерево на аллее героев в городе Кемерове. Скончался 27 сентября 1983 года. Похоронен в Кемерове. Здесь же, на доме, где он жил по адресу улица Кирова, 16, установлена мемориальная доска с его именем.